Hello, everyone. My name is Ned Dennison. I'm the chairperson of the International Marathon Swimming Hall of Fame. We have a special guest with us today, Larissa from Russia. Please say hello. Hello. And Natalia has agreed to translate for us. Вот, и меня зовут Наталья, я вам буду помогать с переводом. I'd like to give you a brief outline of Larissa's background. She won four majors. In 2006 and 2008, she won the 10K FINA World Open Water Swimming Championship. In 2007, she won the 10K FINA World Championship. And in 2008, the Olympics. Her Olympics was the first time the 10K was contested in the Olympic Games. The finish was very close. The top four winners within 4 seconds and the top 14 within 34 seconds. This provided an incredibly compelling watch for global audiences. And then amazingly, in 23 FINA events, she placed on the podium 21 times. That's 91%, which is, above 50% is amazing. 91% is just incredible. Maybe I will да, можете не переводить, я все поняла. Да, да. Ну, может быть, кто-то еще просто, я думаю, что вдруг будут слушать российские слушатели, да, мне кажется, им тоже будет здорово. Would you mind that if I translate that, because some audience from Russia might be listening perfect. To that, this is a unique opportunity, so I'll be quick, yeah? Sure. Сегодня у нас в гостях особая гостья, это Лариса Ильченко. И несколько слов об ее карьере. Лариса выиграла 4 мейджора чемпионата мира ФИНА по плаванию на открытой воде 2006-2008 года на дистанции 10 километров, чемпионат мира ФИНА 2007 года тоже на дистанции 10 километров и Олимпийские игры 2008 года. Ее олимпийская победа на дистанции 10 километров стала первой победой на этой дистанции в истории Олимпийских игр. Вообще это был очень драматичный заплыв. Первые 4 спортсменки финишировали в диапазоне 4 секунд, а первые 14 в диапазоне 34 секунд. Ну, то есть это говорит о том, что плавание на открытой воде очень зрелищный вид спорта, ну, который интересен аудитории всего мира. Ну, еще такая впечатляющая информация, в 23 соревнованиях под эгидой ФИНА, включая 5 километров, Лариса поднималась на подиум 21 раз. Это вообще 91% успеха. Ну, вот Нед сказал, что 50% это уже очень впечатляет, а тут 90%. Вот. И на дистанции 5 километров Лариса участвовала в 6 чемпионатах мира ФИНА и выиграла 5 золотых медалей, одну серебряную. В 16 году она была введена в Международный зал славы плавания. Вот, все. Тоже прочитала. Tell us about your early swimming days. Were you a pool champion? Расскажите, пожалуйста, о ваших, ну, таких ранних днях в плаваниях. Как вы плавали? Плавали в бассейне? Были ли вы там чемпионкой? Начала плавать я в 4 года, естественно, не строя свою профессиональную спортивную карьеру ни в коем случае, а просто для оздоровления, для общего развития. Я не отличалась какими-то антропометрическими данными выдающимися. Я была самая обычная девчонка, не имела высокого роста или супер больших длинных рук, ног и так далее. В соревнованиях в классическом плавании в бассейне в детском возрасте, можно сказать, я не добивалась никаких выдающихся успехов. Первый успех ко мне пришел в классическом плавании на первенстве Европы. Это был далекий 2004, по-моему, год. Вот, давайте я сейчас все расскажу, как я помню. Да. So Larissa said that she started swimming at the age of 4. So, of course, at this age, she didn't think about, like, a future champion's career. She was, like, a normal girl without outstanding anthropometric, features. She didn't have like long arms or long legs. She was like a very usual girl who just started swimming for just health purposes, something like that. And her first victory was in the Championship of Europe in 2004. So that was the first time when she won in pool. Okay.
Со мной работал замечательный тренер Захаров Владимир Николаевич, который как раз в то время уже был тренером чемпиона мира в плавании на открытой воде на дистанции 25 километров Юрия Кудинова. At that time, the coach was Vladimir Zakharov. He was already quite famous because one of his sportsmen, Yuri Kudinov, had already won 25 kilometers in open water. And И тогда, да. Did she watch marathon swimming as a child? Did she see it? Did she touch it? Or was it just the rumors of Yuri? А вы, ну вот, смотрели марафонские заплывы в то время, или вот вы просто знали истории о победах Юрия? Я никогда не смотрела марафонские заплывы и не интересовалась вообще плаванием на открытой воде. Более того, я не знала, что это такое вообще. И слышала только из рассказов тренера, потому как, возвращаясь с очередных соревнований, их, естественно, переполняли всегда эмоции, потому как им приходилось выступать в условиях дикой природы во многом, да, их окружали разные и климатические погодные условия, и живность всякая морская, конечно, они возвращались в полные эмоции и всегда об этом рассказывали очень так эмоционально. No, answering your question, no, Larissa has never watched marathon swimming competitions. She didn't know what open water is. She wasn't at that time, she wasn't interested in marathon swimming. And all she knew about it was from the stories of her coach and the team, because when they were coming back from competitions, they've been full of stories because there's so much to tell. So they've been to different climatic zones, different weathers, so they were among wild nature, different sea creatures or whatever. So lots of interesting stories. Tell us about the Olympic race. Tell us about the day, the preparation, the getting in the water, racing. Tell us what you remember about the day. Расскажите, пожалуйста, про ваш олимпийский заплыв, вообще все, вот как вы, ну, как вы готовились, как вы заходили в воду, вот все, что происходило. Вы знаете, я на самом деле уже прошло очень много лет, с 2008 года, но я на самом деле помню этот день буквально в таких мельчайших подробностях, как вчера. Помню, что мы вернулись после чемпионата мира в 2008 году. Он был отборочным как раз на Олимпийские игры в Испании. Там было очень сложно отобраться на самом деле, и было большое количество участников, более 50 человек. Я понимала, что для меня, наверное, это будет самый сложный заплыв. И на Олимпийские игры я уже приехала с мыслью, что мне придется стартовать в канале, не в море, не в озере, не в реке, а именно does she, в канале. Does she need to stop, Natalia, for you to translate? No, so far. Okay, keep going. Yeah. Вот. И количество участников будет значительно меньше, чем на этом чемпионате мира. Для меня это должно было быть легче. Вот с этой мыслью я приехала на соревнования. So Larissa said that actually it's been some time ago, so many, many years ago, 2008, but she still remembers this day, you know, up to the smallest detail. So she said that actually the selection for the Olympic race was in Spain at the World Championship. And at that time, she realized how difficult it will be for her to participate and compete in the Olympic race. So in the World Championship, там было 50, да, вы сказали, человек? Более 50. Более 50. So the selection was happening among more than 50 swimmers. So it was a very, very tough selection. And so when they started at the Olympic Games, so the swimming was taking place in the canal, in the channel, not in the sea. And she believed that for her, it might, so there will be not so many people after the selection, and it might be easier for her. So that lecture, да, вы сказали, да? Да.
Да, easy, yes. Однако для меня изначально условия открытого моря с волнами, со всякими неблагоприятными, да, казалось бы, условиями, они для меня изначально всегда были проще. Поэтому, конечно, у меня было опасение, что спортсмены, которые пришли в плавание на открытой воде из классического плавания, да, в это плавание, они обладают достаточной скоростью для того, чтобы составить мне конкуренцию. И я прекрасно знала, на что готовы девушки из Великобритании, на что готовы девушки из Бразилии. Прекрасно понимала, что мне могут составить конкуренцию буквально любая спортсменка в этом заплыве. So the competition was starting in the canal, but Larissa herself prefers an open sea. So, and that's why she believed that it might be so that it might be easier because there are fewer people, but it might be more difficult because so the canal conditions are favorable for the pool swimmers. So because the sea might be too rough for them. And she believed that actually almost any swimmer could be her competitor, like the swimmers from Great Britain or the swimmers from Brazil, anyone could be, you know, the competitor in this race. И свой день перед заплывом, за день до заплыва, я чувствовала себя очень плохо. У меня очень сильно болела голова, была очень сильная мышечная боль, и я даже немного расстроилась, потому как мне казалось, что я не в самой лучшей форме, и это может помешать мне именно вот на этом решающем старте. And a day before the competition, Larissa said that she wasn't feeling well. She had a strong headache and muscle aches. And she was very upset that it seemed that she's not in her best conditions. And it might interfere with her start, so to say. And she was worried about her condition. Но меня морально очень сильно поддерживала врач нашей команды и тренерский состав. Я несколько раз пересматривала видео с Олимпийских игр, и действительно, вот та поддержка, которая была оказана моим доктором Еленой Ломазовой, она придала мне сил на решающем финише. Я плыла и видела большую достаточно команду великобританцев, болельщиков, которые поддерживали девчонок. И буквально на фоне этой огромной толпы по каменистой насыпи бежала одна, совершенно одна врач команды, которая махала, кричала, поддерживала. И у меня было ощущение, что ей тяжелее, чем мне. Она бежит по этому склону. Мне хотелось уже быстрее все это завершить, лишь бы она не упала. И действительно, было такое ощущение, что я больше это делаю для нее и для своего тренера, нежели для себя. So Larissa said that despite her bad or not the best condition, she had very, very, how to say, powerful support from the doctor of the team, Елена Ломазова, from the coaches. And she felt that, for example, when she was swimming during the race, she saw the huge crowd of the British fans who were supporting the British swimmers, and the crowd was huge. And then she saw the doctor, the lady, Елена, who was running all by herself on the, how to say, like stones. And then Larissa was so worried about her that she said that I really wanted to finish it as soon as possible for my doctor, but because she's there all alone running, I was worried that she can fall. And I was feeling that I was doing it not so much for myself, but for the doctor and for my coach. So powerful was this support. То же самое я могу сказать о своем тренере. Получилось так, что во время дистанции на
вот этих понтонов, которые называются Feeding Station. У него не всегда получалось меня кормить, дать мне питание. И я видела, как он очень сильно переживал по этому, потому что на тренировках мы нарабатывали это, и любой срыв, он понимал, что он может для меня закончиться очень печально. Я видела, насколько он был растерян и обескуражен, когда практически на финишном круге я была, занимала пятую, шестую позицию. Ему казалось, что, ну, наверное, я так и сфиниширую. На самом деле, в тот момент я была ни в чем не уверена, но я знала сильные свои стороны, я знала, что я обладаю хорошим финишем, и для того, чтобы мне его использовать, мне нужно занять более выгодную позицию в группе. And so also the same, Larissa said that the same, talking about the support and doing it for other people, she said, I can say the same about my coach, because she was seeing that at the feeding stations, those pontons, he could not always succeed in giving her feeds. Sometimes he missed giving her feeds, and she understood that he was very upset, because he might think that actually this might, you know, be bad for Larissa, that she did not get her feeds. And when the coach saw her, you know, at the last finishing circle, that when she was at the fifth or sixth position, so he might have thought that that will be her position at till the end. And Larissa said that at that moment I wasn't sure of anything, so I didn't know anything, so I was having this position and didn't know where I will be. In the Olympics, Olga Korbut has two moves on the parallel bars named after her. То есть вот он говорит, сейчас на это переходит, ну вот к этой теме, когда в честь кого-то называют, ну, какие-то элементы. Вот там Ольга Корбут, вот у него были сальты, петля Корбут. Ну, вы знаете, да, да, я поняла, о чем он хочет спросить. Многие тренеры, несмотря на наше соперничество между командами национальными, они очень хорошо общались. Мы поддерживали хорошие отношения, и наши тренеры поддерживали хорошие отношения со сборной Германии, с итальянцами. То есть, ну, и подбадривали друг друга, поддерживали. И, естественно, они видели мои сильные стороны. И, конечно же, очень многие задавали вопрос, как у нее получается после двухчасовой работы включаться вот в такую спринтерскую дистанцию. Многие из них называли меня также русской ракетой из-за этого, потому что я на финише, вот благодаря этому финишному спурту, уходила далеко вперед остальных, и никто ничего не мог сделать. И однажды, по-моему, тренер сборной Италии сказал, ну, все знают, что она будет делать, но почему никто не может ее остановить? Да, это была моя сильная сторона, и я активно ее использовала. So, Larissa said that this famous finishing, how to say, this famous express finish, so to say, how to call it, yeah, the burst at the finish, she was famous for that. And actually, she said that actually the coaches and the teams at the Olympic Games, they were quite friendly. So they've been on very good relationships with the German team, for example, or with other teams. And everyone knew this strong side of Larissa. Everyone knew that she would be doing this. And people were surprised, how is she doing that? After 2 hours of hard work, then she's doing this famous finish. And even so, once итальянский тренер, да, кто? Да, по-моему, это был тренер сборной Италии. And once the coach of the national Italian team said, why? Everybody knows that she's going to do that, and nobody can stop her. So that was it. And she said, yes, I know, that was my strength. So for the viewers who don't have quite followed this, for 100 years, a giant sprint finish will be known as the Ilchenko sprint.
So for 100 вот years, он говорит, что you у have your него name имя on it. даже есть. И, ну, на ближайшие лет 100 это точно так будут называть. Сприт Ильченко. Ну, на самом деле, я вот видела даже там он с артиклем за Ильченко там в какой-то Википедии. То есть вот прямо такое собственное имя у этого финишного рывка. And was this 50 meters, 100 meters, 200 meters, 400 meters? When do you start? И когда вы это начинали, за 50, за 100, как это, вот как вы это делали? Знаете, это зависело от ситуации, которая предшествовала финишу. Каждый раз она была разной. Конечно же, я понимала, что моего такого сильного и мощного финишного рывка не хватит больше, чем на 400 метров, потому что для того, чтобы так сильно заканчивать 10-километровую дистанцию, нужно было переходить на другую технику. Она абсолютно отличалась от той, которую я использовала на протяжении дистанции. На протяжении дистанции я старалась плыть, практически не работая ногами. А для финиша мне нужен был мощный шестиударный кроль, при котором я включала ноги, и я прекрасно понимала, что после двухчасовой работы больше 400 метров я никогда не выдержу. Поэтому каждый раз получалось по-разному. Well, it depended on situation every time. So every time it was individual. But basically, Larissa said that she knew that actually it won't last, it couldn't last longer than 400 meters. Because also, now she's telling her secret. Now she was using a different technique for that famous finish. So when she was swimming the main distance before the finish, she wasn't practically using her legs, so she wasn't kicking, so she was saving her energy. But when she was switching to finish, so well, yeah, lots of powerful kicks, like this six-beat crawl. That's what she was doing, and she was understanding that actually this cannot last longer than 400 meters after basically 10K. And besides the Olympics, what was her favorite race? Кроме, да, любимый заплыв, кроме олимпийского, какой у вас да. был? Ну, наверное, самый первый мой заплыв на чемпионате мира в 2004 году в Дубае, когда я выиграла 5 километров. So that was probably my very first victory in Dubai in 2004, when I won 5K distance. Тогда я выиграла более 30 секунд у второго места. Это был мой первый чемпионат мира. Если коротко рассказать, то всего за год до этого я впервые попробовала плавание на открытой воде. На нашем чемпионате России по плаванию вода была очень холодная. И в 2003 году я не смогла из-за этого участвовать. Тренер решил меня поберечь, отправил на соревнования в классическом плавании. А в 2004 году я участвовала в отборочном турнире, но заняла там лишь третье место, что не позволяло мне участвовать в чемпионате мира. И тогда главный тренер сборной принял решение, что я все-таки поеду, и свое место в сборной и на этой дистанции мне уступила Екатерина Селиверстова. Это тоже очень известная наша пловчиха на открытой воде. So the story was that was her very first championship in the open water in 2004 when Larissa won. And actually, just to understand, her very first swim, open water swim, was only a year ago at the championship, national championship of Russia. And when she was doing it, so it was very cold, so the water was very cold. У вас третье место, да, же вы сказали? В 2003-м было там, да? Я, да, пропустила, 2003-м, да. А в 2004-м, да, я уже заняла третье место. Mm-hmm.
So, and then she wasn't participating in selections in 2003, but in 2004 she did, and she was the third. And actually, this didn't give her the right to go to the World Championship. But actually, the chief coach of the national team somehow said that she could go. And she went to Dubai with the team. And then one of the Russian outstanding swimmers, Ekaterina Sereverstova, actually gave Larissa her place in competition. And that's, yeah. Did she have close friends in the international circuit from other countries? А у вас есть близкие подруги из других команд, ну, зарубежных? Ну, вы знаете, близкой такой дружбы нет, но у меня сохранилось общение со многими, и с некоторыми мы, конечно, переписываемся на Фейсбуке, сохранились такие теплые дружеские отношения. Мне это очень приятно. So Larissa said that she cannot call that close friendship, but she still keeps a relationship with many swimmers. So from those times, and they talk to each other on Facebook or somehow. And she, well, she likes it that actually this relationship is still alive, so to say, that they talk to each other and stay in touch. Who was her toughest competitor? А кто у вас самая жесткая была соперница? Да вы знаете, не могу такого вспомнить. Все были очень сильные, нужно признать. Конечно же, были сильными девчонки из Великобритании. На Олимпийских играх они это продемонстрировали. Конечно же, были бразилки, девчонки очень сильные. И потрясающе раскрылась Анна Марсела Кунья, да, которая в дальнейшем стала олимпийской чемпионкой. Она действительно прошла очень длинный, продолжительный путь. Ну и периодически, помимо таких мастеров плавания на открытой воде, появлялись новые и новые фамилии тех, кто желал после бассейна попытать свою судьбу в этом виде спорта. So Larissa said that it's hard to name one toughest competitor because everybody, basically everybody was. For example, there were very strong girls from the British team, and you could see that in the Olympic Games, or the Brazilian girls, for example, Ana Marcela Cunha, that somehow showed herself at that time. And then, and then she became the Olympic champion as well. So, yeah, lots of competitors, so hard to name one. Okay. Tell us about your life today. Are you still swimming? What's life like for Larissa? Расскажите, Даша, как вот вы сегодня живете? Я наплавалась. Вы знаете, я наплавалась. Сейчас моя жизнь по-прежнему связана со спортом, и, конечно же, мне было бы, наверное, грустно и скучно совсем отойти в сторону от спортивной жизни. На данный момент, за исключением двух периодов, когда я уходила в декрет со старшей дочкой, потом с младшим сыном, у меня двое прекрасных детей, я уже на протяжении 7 лет руковожу, являюсь руководителем направления плавания в спортивной школе. Ну и сейчас передаю свои знания подрастающему поколению. So, answering the question if Larissa is still swimming, she said, well, I had enough of swimming, but still, so her life is connected with sports, because actually for 7 years she's been working in a sports school as a coach, so she's transferring her knowledge to career the manager, manager? Ah, no, not coach, the manager, so the manager, but still she's transferring her knowledge to the how to say next generations, and life without sports could be boring.
So actually, so she's been connected with the sports for many years, except two periods when Larissa was on maternity leave, because she's got two wonderful kids, the elder daughter, so the contact now, and the son. So, but... Да-да, и дочка как раз-таки занимается плаванием. And the daughter, so now Larissa's daughter is swimming. Fantastic. Well, listen, I want to thank you very, very much for your time. If anybody's interested, this video will be posted on the IMSHOP YouTube state channel, and you can also subscribe to that channel. So hold on a moment, Larissa, we'll talk just in a second. Вот, Ларис, ну, большое вам спасибо, так быстро все рассказали, да, очень здорово. Для тех, кому интересно, говорит, это видео можно будет посмотреть на YouTube.